вы думаете, что красивая улыбка – это подарок природы, то стоматологи вам ответят – это далеко не всегда. Врачи стоматологического центра «Богемия» могут сделать любую улыбку волшебной и действительно умеют творить чудеса. Стоматологический центр «Богемия» – один из ведущих в Беларуси, где предоставляются высококачественные услуги как для граждан республики, так и для жителей других стран. Применяя самые передовые технологии, в клинике «Богемия» достигаются все поставленные задачи. Почти 20 лет назад мы вдвоем с коллегой начинали с одного стоматологического кресла в небольшом кабинете общежития. В то время только начиналось становление частной стоматологии в Беларуси. Но с первого дня была поставлена задача добиваться только максимальных результатов. Работали без рекламы, но люди уже тогда оценили качество, и запись на прием велась на 2-3 месяца вперед. В 2007 году был построен новый стоматологический центр по новому адресу в Минске, учитывая весь опыт предыдущих лет. Здесь все для пациента. Самое новое современное оборудование, профессиональный коллектив, уютный расслабляющий интерьер, удобный проезд и гарантированная парковка. Особое внимание уделяется безопасности пациентов. В технологии стерилизации европейский стандарт, отвечающий самым строгим требованиям в мире. Для приезжающих и иностранных пациентов удобным является тот факт, что совсем рядом с клиникой находится гостиница. В клинике «Богемия» пациент имеет возможность в одном месте получить консультацию и качественные услуги по лечению, имплантации, протезированию и сделать рентгенологическое обследование. Здесь же располагается собственная зуботехническая лаборатория, что позволяет сократить время протезирования до минимума. Одно из ведущих направлений клиники – имплантация зубов. Она делается в том случае, если не удается спасти зуб. Парадокс имплантации состоит в том, что организм не видит имплантат. Его поверхность настолько инертна с химической точки зрения, что костные балки прирастают к поверхности имплантата, и он может находиться в организме пожизненно. Техника включает в себя вживление титанового имплантата вместо удаленного зуба, и на этот искусственный корень ставится металлокерамическая или цирконевая коронка. Это сложная и многоэтапная работа, требующая участия команды из нескольких специалистов. В сложных случаях мы проводим дополнительные операции по коррекции кости, делаем операции синус-лифтинга, пересадку костной ткани, используем препараты, которые способствуют образованию кости. Мы знаем, что ваша клиника одна из лучших в области имплантации, и многих интересует вопрос, как правильно выбрать специалиста, которому можно доверить решение всех вопросов, связанных с выбором материалов, технологий. Действительно, свое здоровье любому не доверишь. В медицине профессионализм приходит с годами. Репутация врача или клиники – это конечный показатель признания их заслуг. Думаю, что свое здоровье стоит доверять только проверенным, опытным специалистам, а не искать, где клиника поближе или цены ниже. Изящество и красота не могут быть отделены от здоровья, утверждал древнеримский философ Цицерон. Еще одно из приоритетных направлений клиники – эстетическая стоматология. Керамические венеры – самый модный в мире способ безболезненного создания голливудской улыбки. Популярность они приобрели после того, как их начали ставить голливудские актеры и другие состоятельные люди. Тонкие керамические пластинки крепятся к внешней стороне зубов и придают им желательный цвет и форму. Иногда тяжело решиться изменить себя, ведь ничего не болит и не сломалось. Но после установки виниров зубы, которых человек постоянно стеснялся, становятся его гордостью, а жизнь кардинально меняется в лучшую сторону. Еще один современный метод, который предлагает стоматологический центр «Богемия» – постановка керамических вкладок на жевательные зубы. Традиционные фотополимерные пломбы дают усадку. В результате в зубе возникает напряжение, как следствие трещины, и со временем вторичный кариес. Вкладка из керамики намного прочнее и стабильнее пломб и не изменяется в цвете десятилетиями. Виталий Геннадьевич, скажите, пародонтоз незачем или с ним все-таки можно бороться? Пародонтоз – это болезнь, с которой сталкиваются многие.
Вначале в клинике нашего центра с помощью лечебных и хирургических вмешательств мы добиваемся снятия всех воспалительных процессов. При необходимости проводим пластику десны или кости, шинируем зубные ряды и сохраняем зубы на длительный срок. Некоторые технологии мы начали применять первыми в Беларуси. Новаторским было и стремление стать стоматологией семейного типа. Теперь мы ощущаем смену поколений и начинаем лечить детей тех, кто раньше сам лечился у нас ребенком. По-прежнему, как и 20 лет назад, наши приоритеты не изменились. Всегда на первое место мы ставим запросы пациента и качество конечного результата. То есть делаем все на совесть. Стоматологический центр «Богемия» дарит вам все возможности быть здоровым, счастливым и красивым. Это ведь и есть счастье. Профессионалы, волшебники в белых халатах ждут вас, чтобы каждый день вместе творить чудеса.